5 по 7 апреля в Баку будет первый лицензионный европейский лицензионный турнир на Олимпийские игры в Париж. Всех желающих и любителей вольной борьбы, классической греко-римской борьбы приглашаем на этот лицензионный турнир, чтобы поддержали своих борцов. Это даст дополнительную энергию, дополнительную мотивацию нашим борцам, потому что очень важный старт перед Олимпийскими играми. У многих нет лицензии на Олимпийские игры, так что все приходите и поддержите наших ребят.